малды урдап атат, аялды урдап алып барып бир жака сатпайт да, туурабы? Аны үйлөнүш үчүн эме кылган болбос. Ну так же карается, как кража скота. Да как не может? Я вот сравню. Давайте вот возьмем. Вот возьмем, давайте статью Уголовного кодекса «Похищение человека двух и более лиц с 7 до 11 лет карается лишением свободы с конфискацией имущества. Похищение скота в крупном размере карается от 8 до 12 лет. Получается, скот дороже человеческой жизни. Ужна был полотпоев. Аялды урдасан с целью похищения в брак, да, вступления в брак. Вот похитишь 7 жилгодки. Ушунда эле мал, малды урдасан 8 жилгодки. Дастан Далабаевич, сиз азыр аял урдоо деп эми айтып кеттиңиз да, кап болбоңуз, билсеңиз керек, биздин үрп адат болчу да, көпчүлүк биздин ата бабаларыбыз, ошон ичинде биз деле алып качып келдик деп айтылчу эле да, бирок ал бардыгыбыз эле билебиз да, биздин наркыбыз, салтыбыз болгон да, сиз ал менен салыштырбаңыз. Малды урдап атат, аялды урдап алып барып бир жака сатпайт да, туурабы? Аны үйлөнүшүн эме кылышкан? Анын макулдугу болбосо, бул кылмыш аракет. Бул туура келбейт. Адасам. Анан дастан далабаевич.